Итак, прискакали мы тут 2 дня лесом, 3 дня полем. Крепость Кёнигштайн, дословно перенести королевский камень. Вот мы подходим к ней и посмотрим, что там интересного мы увидим. В общем, постараемся снять максимально все, что необычно и что обычно, тоже все, в общем, все будем снимать. Поехали. Так, забрались на подъем. По официальным данным, 360 метров выше уровня моря. 9,5. Чего там у нас 9,5? 9,5 гектар площадь. Гектар, блин. Пока дошел, устал. Башка перестала работать. 9,5 гектара занимает площадь. Так, что у нас там еще интересного? Ладно. Это все ерунда. Нас интересует все остальное. Это вот эти каменные наплывы. В первую очередь. Как я уже видел, что там все заштукатурено. И навряд ли мы отсюда увидим. Блин. Знаешь, что я забыл? Что? Бинокль я забыл. А он у меня есть. Вот, еще думал. А стыки, смотри, реально хорошенькие, да? Довольно ровные, где-то что-то подмазано. А где-то очень ровно. Вплотную практически прилегают. Вот, например, здесь. Но все равно что-то тут подмазывали. Но камни вообще ровные. Да, идеально ровные. То есть вот это подмазывали. Не знаю даже для чего они подмазывали. Вот здесь подмазка вывалилась. Хорошо видно. Ну и обшкубили, подзубило вроде как. Хотя они идеально ровные. Эта сторона, ладно, мне понятно, вот ее обдолбили немного. А вот эти стороны, где они друг к другу ложатся. Ну, вот это может быть уже и новодел. Вон видно, что он здесь сюда как вроде пристроенный. О, сейчас мы сюда подойдем поближе, насколько это возможно. И посмотрим все там хорошенько. Интересно же все-таки, как вот тот кусок скалы, например, почему его так обложили? Вопросы у меня. Как он там оказался внутри стены? Здесь, например, как и положено для крепостей, приделаны бойницы, там штыри торчат, ну вроде здесь ров для обороны, мост какой-нибудь был типа подъемный, ну, вот эта часть я вижу вроде как подъемная, но явно все современное. Сейчас я подхожу к этой части максимально близко и хочу здесь посмотреть, как же это все-таки все строили. То есть снизу начали кладку и подстраивали под стены. Но здесь я вижу, что камни под стены идут.
этому мы еще вернемся, я думаю. Пока людей не сильно много, пойдем мы, наверное, все-таки вовнутрь. Потом вернемся сюда. Так, у меня монитор блестит, я ничего не вижу. Надеюсь, потом что-то увижу. Ну так вижу, вроде камни подстраивали к скале. Вот тут друг у меня говорит по этим окнам. Ну, в принципе, эти окна я показывал в одном из видео. Окна или что там было в скалу. Сейчас мы, ладно, с этой стороны не очень хорошо видно, посмотрим в другую сторону. Честно говоря, мне непонятно. Для укрепления эта арка никак не может стены служить. Да, вот с этой стороны отлично видно арку. Вот, сейчас я ее покажу. И она в скалу. Вот зачем арку делать, чтобы она смотрела в скалу? Ну и, как я говорил, там вот эти стыки с камнями заштукатурены. Мы не можем видеть, скала на стене или стена на скале. И почти вся стена это в арках. Что здесь было? В версии предположения. Зачем их так много здесь? Вот стоим с другом, смотрим вот на эту стену, где лифт приделанный. Там выглядывает интересная арочка с камня. Такое ощущение, что камень отвалился. И он говорит, хорошо бы сюда еще радиацию проверить. Вот это было бы интересно. Сейчас я приближу. Вот та вот подопорными стойками вот этими. Стене, которые есть арочка, и вот там видно. Но я потом попробую еще ближе снять. Сейчас мы пойдем вовнутрь. Дело в том, что все-таки версия моя, что эта скала потом появилась, уже немножко как бы проглядывается. Сюда мы поднялись вот на таком лифту, высота примерно, я не знаю, на глаз 9 этажей.